Много, конечно, мы помогаем. Это на верхнюю колыбелку, на нижнюю колыбелку. Это прям начиная и зимой чистка снега, и обкашивание. И вот церквушку такую построили. Там все уже и колокола повесили, бьют уже. Здесь уже собирается приход, когда там много, конечно, их не доделали, там надо забор делать, вот еще начали строить, вот там, хоть там сюда тоже относится. Много, тут 3 детские площадки купили, 2 верхние колыбелки, 1 в нижней колыбелке площадки. В школе помогаем. Школам и садикам, и в садике вот сейчас ремонт там делали тоже, и детскую комнату там обделали, и свет, и потолки. Так. И в школе, да и на подарки даем, там и ремонт школы, каждый год деньги, там и забор им сделали. Как принимали участие в организации форум молодежи, ремонт медпункта произвели, хороший это ремонт везде, это и снаружи, и штукатурили, и красили, и навесы, и двери, там вот много чего перечислять можно. Главврач большое спасибо сказала, благодарность нам, там такой медпункт редко где увидишь. Ну, планах чего вот это даст церквушку, вот это, ну, она так уже все у нас, это и полы, и теплые полы, ну, сейчас вот свет подключим, и все туда вообще будет тепло. Планов много. Ну, а как, даешь? Вот сейчас в нижней колыбелке столовые отделы, потому что сейчас какие-то мероприятия, какие-то вот даже какие-то поминки, помянуть человека-то негде. Всех пускаем, ни с кого копейки не берем. Это для людей тоже делаем. Мы здесь так столовая работает. Никогда никому ни в чем не отказывает. Пайщик, не пайщик. Хоть столовый, хоть огород спахать, хоть там обмолотить, хоть много людям делаем добра. Это я так считаю. Ну, и они, конечно, всем, может, не угодишь, ну а большинство все довольны.